Недобросовестные подрядчики проверки не выдержали. В Пролетарском районе расторгнут договор с фирмой «Кристанваль». У компании, заключившей контракт на уборку улиц, не было ни снегоуборочных машин, ни дворников. Таким оказался результат тендера. Кто дал наименьшие цены, тот и выиграл. И никого не интересует наличие техники. Нет там таких пунктов по наличию техники. Ну нет. И как только эти вопросы у администрации возникают, сразу эти подрядчики, такие в скобках, назовем, бегут в ФАС, жалуются, и ФАС встает на их сторону. Что не имеем права мы требовать вот эти вещи. Есть у него техника или нет у техники? В администрации города уже составляют список черных подрядчиков. Однако эта мера малоэффективна. Система будет работать по старой схеме. Сначала расторгнут договор с прежним подрядчиком, затем будут искать нового. Всплыл вопрос, а вот в этот период, когда эта нерадивая организация не исполняет своих обязанностей, кто будет чистить вот эту улицу, которую он выиграл? На этот вопрос мы не получили ответа. Потому что денег в бюджете на это нет. Прав без конкурса или без аукциона распределять этот объем работ у муниципалитета нет. Еще одна проблема – недостаточное финансирование. На уборку улиц в зимний период в бюджете города предусмотрено не более 500 миллионов рублей. По нормативам должно быть выделено около 1,5 миллиардов. Что касается Заволжского района, то здесь на ряде улиц еще не определены подрядчики, которые будут заниматься уборкой снега.